Уже пошло? Уже пошло. Всем привет. Всем привет. Парад дебильства и обжорства у нас. Мы давно не пили чай. Мы будем пить чай с разными вкусностями, которые нам дали в Resto de Cure, и оценивать. С чего можем начать? Я бы начал с йогурта. Начнем с чая. Чай заварили Липтон. Липтон. Мы покупаем большую упаковку, там что-то 100 пакетиков. Вообще, последнее время мы давно не пили чай. Потому что мы худеем. Потому что мы все хуже и хуже. Худее и худее. То есть мы сладостей, ну, как бы не едим особо. Ну, так маленько подъедаем, но без чая. Но когда ты пьешь чай, как бы ты все равно должен что-то съедать. А так как чай не пьешь, то просто что-то тихонечко съел маленько, да, и это вроде как и не считается. Но все равно с чаем больше съешь. Правильно я говорю, дядь? Да. В общем, он у нас есть. И мы решили такое редкое событие заснять. Я предлагаю начать с вот этих вот йогуртов, творожных сыров, я не знаю, что это. У нас есть варенье. Я открываю вот эту штуку. Какие-то... Ну да, это фромаж. Пахнет странно. А по вкусу? Открывается с фольги? Да. Странно, он такой сладковатый. Сладкий чуть-чуть. Варенье. Клубничное. Ну, пахнет джемом, классика. Классика джема. Можно в прикуску, можно вот так вот взять. Да, чуть-чуть конфитюра. Пахнет топленым молоком, вот чем пахнет. Или кипяченым молоком таким. Да куда я вот черпнул, а не попробовать? Нет. А я пальцем. Нет, сейчас я это уроню. Вот так. Да, топленое молоко. По вкусу. Я туда захерачу повидло. С вареньем необычно, необычно. Странный вкус. Ну да, объективно топленое молоко. Вообще люблю топленое молоко. А мне нравится. Знаешь, получается вот эта нежность топленого молока. И чуть-чуть, если так вареньюшко ты туда... Ну, не смешивая, да, вот кусочком. Хоп, так где-то сбоку кислинка сладкая. Вдалеке. Вдалеке, и хорошо. Да, вкусно, вкусно. А вот от вкуса топленого молока какой-то уют получается. Ну, я оценю вот так. То есть, оно вот как бы не прям лайк, но вот ты свою оценку ставь. Ты оцени, как мне тебе. Очень нравится. И конфитюр. То есть вот чуть-чуть мне вот не хватает вот кислиночки какой-то. Вот, ну. В чем? В йогурте. Смотри, вот мы дохера всяких здесь йогуртов попробовали, согласен? Да. Не все, но много. И вот это отдельной прям строкой можно поставить. То есть оно не похоже на другие. Безусловно. Соответственно, то, что ты говоришь, не хватает кислиночки, не факт, что это плохо. Ну вот я вот оцениваю вот, вот так. То есть оно как бы вот чуть-чуть не хватает до идеальности. Оно нейтрально, но присутствует легкий такой флер топленого молока. Следующие два у нас есть Данона, один малиновый, один ванильный. Я предлагаю напополам каждый попробовать на двоих. Знаешь, что еще напомнил? А. Блин. Когда ускользает. Что-то... Ускользает. Когда вот какой-то... Ванильный? А, ну, подожди. А, яичницу когда делаешь. Помнишь? Яичницу с молоком, когда омлетик завариваешь. Есть такое, похоже, когда вот корочка подгорает у яичницы, да. Извините. Ванильный пахнет... Пахнет... Ванилью. Удивительно. Но а необычный. Это что такое, фрамбоз? Это... Виноград? Нет, это малина. 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 Ну, только консервированной малиной пахнет.
но йогурт, по-моему, скис чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Но я думаю, йогурту это не страшно, он и так кисломолочный. А малинка как? Малина пахнет жвачной малиной, не натуральной малиной. Подскисли, да, немножечко есть? Не, я свой попробовал, вопросов нет пока. Не, я не думаю, что подскис. Ну, малина такая, знаете. Они оба очень нежные, не приторные. То есть у них оттенки легкие. А я хочу сказать, что в них как-то слишком много химичности. Мало души в них. То есть какие-то они... Вот тот с топленым молоком и с вареньем, вот какая-то натуральность, натуральная вкусность. А в этом, в нем как-то нет души. Обновим рецепторы чаем. Ну, это вот так крупно, как гориллы, помнишь, вот так вот делают? Видели такое видео, где обезьяна, шимпанзе дают чай горячий, она вот так делает. Мы закончили с частью йогуртов. Дальше у нас есть вот такой вот десерт с кремом. Какие-то булочки. Шукхэм. Поделили, да? Нет. Так. Крем. Вкусный. Сладкий. Где-то. А это крем какой? Сливочный? Ну, в смысле, из молока? И как будто бы да. Ну, не из яиц, не по-моему. Не из яиц. А может, из яиц? А там, наверное, написано. Да, можно, наверное, почитать. Заварное пирожное. Поджелудочное. А любите чайком вот так пошвыргать? Я вот могу сказать, что это прям лайк. У меня пальцы кривые были. Это прям лайк. Вот это прям... А даже два лайка. Я даже два лайка поставлю этому. Потому что это хорошо, это вкусно, это жирно, это сладко. Нежно. Нежно. Это супер. Дальше предлагаю Kinder Country, тут по одному, для каждого. Ну, Kinder Country это классика, мы все уважаем Kinder Country. Ну, можно попробовать еще для разок. Меня вот эти все вот продукты, так скажем, я их застал сначала, когда был беден, потом я их застал, когда у меня был свой магазин. Я, конечно, пытался что-то там попробовать, но, разумеется, все не перепробовал, потому что когда ты уже так такой понимаешь, что всегда к этому есть доступ, не особо и надо. Я до сих пор не реализовал свою мечту, когда я был бедным мальчиком в Советском Союзе, и из продуктового магазина выбрасывали блоки из-под, ну, такие, знаете, блоки из-под шоколадок. Я эти пустые блоки собирал. Дома у себя на помойке находил, собирал, закрывал их, и они как будто бы целые стояли, на них вот так любовался, иногда нюхал там, и думал, вот когда у меня будут деньги, я куплю себе целый блок шоколада, и того, и другого, и третьего. Потом, когда у меня был магазин, я приходил в магазин и видел, стоит блок шоколада, думаю, ну что мне его забрать себе, ну куда? В свой магазин. Ну в смысле, да, когда в свой магазин приходил, думал, ну что мне, забрать этот блок себе, ну я и так могу шоколадку одну, две, три, сколько хочу съесть. В общем, так я это... То есть не было у меня такого момента, что я такой купил себе блок шоколада, именно чтобы самому сожрать. Так вот, про эти штуки. Их в какой-то момент на рынок вывалило очень много, и я понимаю, что в основном они все доставались ребенку. Я уважаю Kinder Country, очень вкусные. Я люблю злаковый вкус вот этот.
А тут он в сочетании с шоколадом и со сливочным. И из того, что я пробовал, мне практически все нравится от Киндера. Киндер умеет. Ты уже с фаз, да? Конечно. Так он на два укуса, он такой маленький, перекусной. И лайки уже поставил? Нет, я пока оценку свою не ставил. Вот такая вкусная консистенция. Там рис воздушный. Это, мне кажется, пшеница воздушная. Ну, может быть. Я скажу, наелся, но перегостал и жри дальше. Потому что у нас тут серьезное шоу. Чокобонс. Такая вот упаковочка. Шоколадные яйца. Лайки же мужчина поставит. Да. Лайк. Два лайка. Очень вкусно. Я не успеваю за ним. Это классно. Я люблю поцеремониться. Ну вот возьмем по одному яйцу, потому что у нас тут еще много всякого. Вот такие вот яички. Внутри. Не знаю, я не первый раз вот это ем, не пробую. Вот это я ел, вот про это не знаю, не уверен. Дырочка, я думаю, просто так воздушный пузырь там. Киндер, шоколад, молочная начинка. Обычный вкус киндер. Вот когда говорят про киндер, я вот этот вкус и представляю себе. То есть обычный, хороший вкус киндера. Помойка. Да, я тоже. Хороший, вкусный. Лайк. Ну, не два лайка, не впечатлило. Лайк. А у меня чувствую, как это гормон называется, который за счастье-то? Дофамин. Дофамин? Серотонин. Серотонин. Гормон счастья. В общем, почти так же счастливо, когда нацелуешься. Почти так же. Ну, теперь классика. Киндер, шоколад. Поменяли они мальчишку на обложке. Мне больше нравился тот же жизнерадостный с такой улыбкой, как Джастин Бибер. А, такой рыженький чуть-чуть? Ну, я... Блондинчик у нас... такой он был, да? Господи, что со светом? Ну, это пересвет, когда что-то. Извините. Киндер, шоколад. Обычный, я уверен, абсолютно. О, развалился. Давно я его, кстати, не ел. В детстве, последний раз это было давно. Да. Он вообще не поменялся. Да. Ну, киндер и киндер. Ну, вот так. Ну, то есть, нормально. Фух, это серьезно, это слушай. Серьезно, шо? Я думал еще тунца с этими солодочками попробовать. Мини-брауни. У нас идут дальше. Не знаю, что это будет. Где это должно быть, как бы, тесто. А, это такие батончики тут. Прикольно. Ну, по одному батончику, по-моему. Мы следим за фигурой. Вот такие батончики. Напоминают мне творожный сырок. Творожный форме, сырок, да? Да, я тоже хотел сказать. А внутри прям брауни, хочу сказать. Дамы и господа, вот такое вот брауни внутри. С кусочками шоколада? Пахнет темным шоколадом. Пахнет темным шоколадом. Ммм. Уважаю. Угу. Вот такое тесто чуть-чуть пластилиновенькое такое. Консистенция. И хрустит шоколад. Люблю такую консистенцию. А расскажите, как вам вообще эта рубрика, когда мы жрем? Лайк. Потому что у нас давно была такая мысль начать жрать в кадре. Вот мини-брауни прям лайк. Очень вкусно. Я бы в обычной жизни я бы уже остановился на этом моменте. Но все ради подписчиков. Все ради подписчиков. Нам дальше... надо набрать 1000 подписчиков, чтобы выйти на монетизацию. Вот такие вот ушки.
Уважаю ушки, всегда их уважал. У нас тут вот такая упаковочка, но мы, наверное, попечемся с ним. Это не просто, ребята. Подними, покажи, вот как это выглядит. Ну, вот так вот это выглядит. Такая, она чуть-чуть поломанная, но вы понимаете, вот. Они, кстати, тоньше, чем обычные, да? Тоньше, такие? Да. Такие. Обычно такие квадратные полосками скручены. Пахнет так. А здесь тоненькие полосочки. Понежнее. И не такое сладкое. Я еще что-то такое неуловимое почувствовал, но забыл, знаешь, что-то на доширак похоже. Яичность небольшую. Яичность, наверное. Яично-лапшовость. Да. Ну вот так. Ну, то есть среднячок. С чаем нормально, но необходимости в этом нет. Слушай, я прям ничего плохого ни про что не скажу. Ну, в смысле, мне вот рука не поднимается, так сказать. Мне все прям очень нравится. Ну, оно вот нормально, обычно. То есть, классно, когда хочешь чаю, и оно есть. Но мечтать об этом, ну, возможно. Но... А вот так это когда мечтаешь об этом? Это когда прям это... Разрыв? Да. Да? Это когда... Да. Да? Когда это прям вообще... Не, ну такого ничего не было сегодня, мне кажется. Все лайк такое... это когда хорошо. Не, ну хорошо-хорошо. Опять же, с чем сравнивать? Вот ты с чем сравниваешь? С едой? Просто... Можешь с сексом сравнивать. Вот, а я когда начинаю сравнивать с сексом, то все оно сразу меркнет. Но я же не могу этому тоже не поставить вот так вот. Дальше. Шоколад Милка классический. Просто шоколад. Сейчас попробуем. Пахнет молочным шоколадом. Серьезно? А за окном идет дождь. А мы едим Милку. И нам сухо. Тебе сухо? Вот. Вкусно будет сочетаться Милка и вот эти печеньки. У нас опять пересвет в кадре. Ну, да ё-моё. Это все я, наверное, слишком близко мордой своей в кадре. Оно по мне баланс устраивает. Слушай, а я наелся. У нас еще вот эти... У нас последнее печенье, мы его попробуем. Налей водички хотя бы. А у тебя кончилось? У меня кончилось. Может, моего чая? Давай. Я его уже это... Фух. Печенье «Принц». Нам такое пару недель уже давали. Мне оно нравится. Оно вкусно. А ты его сам выбрал сейчас или тебе его дали? Я сам. Вот, я тоже придерживаюсь такой этой стратегии, когда ты ограничен в возможностях и тебе надо выбрать, то я выбираю проверенный вариант. Бери печеньку. Вот так выглядит напечатан «Принц» и какой-то «П» с короной. «Принц», да, в натуре. Внутри шоколад, шоколадный крем какой-то. А помнишь, у нас были еще розовый какой-то, да? Ну, типа шоколадно-клубничный. А здесь только шоколадный. Они такие сухие. Их надо обязательно запивать. Лучше с молоком. Лучше с молоком. Отлично. Ну, нормально. Такое печенье вы все пробовали. Вот. Ну, может быть, вот так. Но не лайк. То есть я бы не побежал бы за этим печеньем. О, у них, смотрите, написано. Печенька плюс яблочко плюс попить. Типа, как это вкусно есть, да? Mm-hmm. Не знаю, зачем там яблочко. В общем, что можно сказать? Вкусные сладости дают Resto de Cure. Спасибо, Resto de Cure, за то, что даете вкусно.
Ну, реально классно. Ну, то есть я как бы не обломался вообще. Все вкусно. Ну, хочется выделить вот брауни, да, брауни прям зачетно, очень вкусно. Киндер, кантри, вкусно. Ну, вот эти, как бы обычные, как и ушки тоже. Извините, у меня уже это, тепло мне. Пишите ваши заявки. На что вы хотите, обзор? Что вы хотите, да, может быть, сравнение, ну, что-то, понятно, там, в рамках разумного. Может быть, обзор пива, вина, если кто-то захочет, мы можем. Но давайте так. Если это видео соберет 100 лайков, у нас никогда не было, по-моему, 100 лайков. 100 лайков не было. Но это раз, учитывая то, что у нас почти 400 подписчиков, 100 лайков, если наберем. 100 лайков, и мы делаем следующую часть этого шоу. А если не наберем? А если не наберем, то мы подумаем над вашим поведением. Потому что мне уже тяжко. Я, если это будет что-то серьезнее сладости, я боюсь, мне будет трудно обозревать. Поэтому 100 лайков. 100 лайков, следующая часть. И пишите в комментариях, на что вы хотите обзор. Ну, сравнение, да. То есть какую-то категорию продуктов. У нас пересвет такой, я не понимаю, почему за окном вообще свет не меняется. Нет, потому что мы тут шевелимся, оно выстраивает какую-то экспозицию по пальцу, пусть выстраивает. Да все нормально. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, я что-то это уже... Тяжело. Сейчас это надо все будет как-то смонтировать, выложить. Вырубай. Вырубай.